Президент Садыр Джапаров и президент Российской Федерации Владимир Путин накануне в Москве приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. Отмечено, что в ходе переговоров, прошедших в открытой, дружеской и конструктивной атмосфере, присущей союзническому характеру кыргызско-российских отношений, главы государств подробно обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.